Так, показываю, как работает за ветром. Смотрите, как режет волну мой каяк. Мои ручки свободны, одна держит камеру, одна, так сказать, дули показывает воробьям. Смотрите. Видите? Идет только так. Так что, ребята, конечно, надо чуток привыкнуть, пока там настроишь, все там растянешь правильно под определенными углами. Теперь смотрите, гляньте, как режет. Ну все, это водный мотоцикл получается. Теперь хотя бы, ладно, я гребся сюда, но зато теперь обратно, хорошо вижу, вон, куда мне надо, до того островка, да, расплюнуть, гляньте. Так что все, ребятки. Давайте, не забывайте лайкать. Смотрите, какая. Сам пошил швейную машинку, чуть не поломал ее, но пошил. Правда, потом нашел, что это я не поломал, а это просто у меня там этот было чуток сдвинулась одна штука, но я ее потом отрегулировал и все стало окей. Хотите, верьте, хотите, нет, но это для любителей, так сказать, этих. Я сейчас решил уйти от берега в середину. Ветер у меня идет вот так вот. Я думаю, вам видно, да? Вот ветер мне в лицо, вот с той стороны, куда я показываю. Он даже подворачивает все время на ветер, хочет стать против ветра. Я его держу веслом сзади, чтобы он делал градусов 30. Так что вот, смотрите, вот так ветер, вот так, и вот так мы идем. Вот такой угол атаки у нас сейчас получается против ветра. То есть это мы совсем не за ветром, мы уходим в середину, и парус нормально надутый. Это то, что я хотел испытать. Я сейчас иду под 90 градусов от того, что я шел раньше, даже больше. Вот. И если я веслом не буду управлять, весло приподниму, он вообще на ветер носом хочет стать все время. Чтобы... И тогда начинает, видите, уже здесь не надувается, вот, на ветер носом стал. Ветер против меня. Чуть-чуть беру веслом, подвернул. Смотрите, начал надуваться. И вот пошел снова. Так что, ребята, сейчас можно теперь будет, как говорят, на рыбалке еще кататься куда захочем. Это, конечно, не так быстро идет, как за ветром, а потом мы пойдем наоборот к берегу сейчас. Но зато мы от берега уходим в середину, в сторону Уругвая. Так что, если что, если какой кипиш, набираем полный тамбучо воды, свету в жилетке спереди, чтобы это... Смотрела, куда плыть, и вперед в Уругвай. Можно и двойным каяком поплыть. Но сам факт в том, что... Смотрите, я чуть-чуть специально подбираю против ветра. Ну, в смысле, от ветра угол даю. И вот он начинает наполняться, идти очень даже ничего. Вы даже по волне можете определить. Мы шли по волне, а теперь смотрите, волна набегает на меня. Вот, видите, как набегает на меня волна? Вот, вот ветер идет. Вот он волну гонит. Видите, как режет, под каким градусом волну? А это все теория. От высокого давления к низкому давлению. Это как белье, когда сушится. Знаете, это с одной стороны поддувает, значит, с этой стороны создается высокое давление, потому что тут этот самый задерживается ветер парусов. А с той стороны получается меньшее давление. И как все стремится от высокого к низкому давлению. И фигачит в середину. Вот. Так что все очень просто. А еще треугольная форма вот там дает разрезать ветру очень хорошо. То есть если бы он был там как квадратный или что, не было бы настолько резать ветер, так бы не смог. А так как он тут треугольный таким... в виде хвоста какого-то ласточки, ну или как ее тут обзывают, клешня краба. В общем, я выбирал между двумя испанского производства и между тем, что мужик нас на русском языке рассказывал про клешню краба и ласточкин хвост. В общем, между всем этим выбирал то, что мне показалось более-менее приемлемым, тем более для моего каяка. Вот, и такое я себе сооружал. Вот смотри. Так, уже и парусники там недалеко от меня. У меня еще 2 литра воды есть. В принципе, сколько времени сейчас? Можно еще поплавать.
не обязательно прямо так спешить домой. Бросил рыбачить, значит, можно поплавать. 15-10. Ну, в общем, 16, так, чтобы ветер, надо, чтобы был надутый все время. Чтобы 15-10, можно спокойно еще поплавать. Солнце вообще давно, еще только полдня. Смотрите, главное держать пару, чтобы был надутый, чтобы вот пузо было надутое и не было сморшек. И все. Но я вам уже показал, сколько градусов мы идем. Можно, конечно, у меня в чехле телефон, а то можно было бы еще на телефоне замерять, ну, порисовать, там есть у меня GPS такие морские, можно было бы порисовать карты, как мы шли, и потом нарисовать ветер с одной стороны. И он бы замерял скорость, с которой мы идем. Когда-нибудь в следующий раз это сделаю. Кстати, теперь я хотел посмотреть, это первый мой выход. Я вчера только установил, и то мелкие доделки еще делал. Так что я хотел посмотреть, как он будет себя чувствовать, потому что вчера был ветер в два раза сильнее. А теперь вижу, что в принципе нормально себя чувствует. Даже, наверное, не буду я покупать стабилизаторы поплавки, которые у меня была тема, что я думал их купить. Вот, такие боковые стабилизаторы поплавки, чтобы не переворачивал. Но вижу, он более-менее нормальный, так что я еще подумаю. И можно будет пробовать под большим ветром. Ну, на океане, я думаю, это вообще просто будет суперски. Там всегда ветер фигачит. Ого, я уже сколько от берега отплыл. Смотрите, покажу. Надо же показать все. Видно вам? Нет? Ну, не буду вылезать, чтобы показать. А то он сейчас сменит. Так, защелка улетела. Вот, зараза. Ну, ладно, хрен с ним. От рации защелка. Мне еще одна из дома. Одна. Она мне так мешала, я эту рацию взял, бросил сюда себе за эту самую, за жилетку. А ее прицепил в одном месте, в таком, и видно, чем-то зацепил. И она слетела и спрыгнула. Ну, пускай. У меня дома еще одна такая рация, еще такая защелка одна. Так что возьмем другую. Значит, туда и судьба. Вот. Одним словом, ребята, ты знаете, я скажу так, я довольный, довольный. Тем более, что видно, где, как бы, когда он надувается, а когда он ослабевает. То есть вот сейчас, видите, чуть-чуть был ослабевал, значит, вот я чуток подвернул каяк, и все. И снова режет, и идет. И мы очень далеко уже от берега. Ну, в сторону берега я не переживаю, потому что это мне будет вообще чуть ли не по ветру. Я так чувствую, что если я так парус перекину на другую сторону, так я могу и в центр города пойти. Под таким парусом. Отлично. Отлично. Хоть недаром я тут два дня мучился. С его пошивом. В общем, я только что сменил был курс. Пошел обратно в сторону детского парка, где рыбачил. Сейчас опять ухожу под этим же ветром снова в центр реки. Одним словом, так. В заключение. Этот парус работает превосходно. Превосходно, просто превосходно. То есть в каком плане? В плане того, что ну минимум 90 градусов от ветра вы идете свободно. Я думаю, что не только 90. Я думаю, что вы практически идете против ветра под этим парусом. Вот в чем прикол. Так что, ребята, кто там, у кого есть такие желания, там, ну, не знаю, на парусах, на лодках, на байдарках, рекомендую. Вот такую. Будет более подробные вопросы, как сделать какое-то крепление, чтобы все двигалось, там еще что-то. Откуда взять мачты. Это все решаемо. Пишите, отвечаю. Смотрите. У меня сегодня день испытания, просто наслаждаюсь парусом. Смотрите. Я бы на такую никогда бы не решился грести сюда этими самыми веслом руками на эту воду. А сейчас хожу и даже никаких забот. Не могу нарадоваться. Это я на своем велеро. Это мое весло, которым я управляю. Вон куда мне надо, откуда я приплыл. Вон там на горизонте. Видите домик? Вот. Вот там Уругвай.
Там большие, говорят, корабли плавают. Они уже идут плавать. Вон только что меня пересекал тут один. Я хотел даже, кстати, с ним погоняться, но потом он уплыл, забоялся. Вон там я рыбачил. Вот, смотрите, против ветра как режет, смотрите, не за ветром, а против, уже почти становится против ветра. Смотрите, имеет скорость, режет волну, все как положено. Видите? Я говорил, что надо делать паруса. И правильно. Вот так, как Остап Бендер, только он там про Рио-де-Жанейро, в белых штанах, под парусами. А я тут не в белых штанах, синими парусами. Но все равно. Смотрите. И белый Буэнос-Айрес на горизонте. Ну и, конечно, мы должны попробовать идти за ветром. Смотрите. То есть за ветром это просто как бы никаких тут особых маневров. Поставил себе вот так вот. И только веслом немножко подворачивай. Правее, левее. Все. Дальше все просто, хорошо надутый слон стоять. И идет просто прелесть. Если боком положить и не делать угла, будет то же самое. То есть, в принципе, если вы вот так вот боком положите, можно тоже идти по ветру, видите? Хорошо. Но только заворачивает на эту сторону. Если я сейчас отпущу и положу чуть-чуть боком, но не подгибая угол до себя, будет вообще круто. Вот смотрите. Можно вот так вот типа сделать. Видите, он начал подворачивать другую. То есть тут если можно вообще подобрать очень четко, куда идти, даже веслом не подворачивать никуда. О. Ну, мы выставим по центру. Пускай она будет как бы по центру, вот так. Вот, и все. Тогда нам с какой-нибудь одной стороны весло поставлю. Да, и нормально. Ну что, ребята, покатал я вас на своем паруснике. По прямой идет вот так, смотрим. Смотрите. Сзади, чтобы вы видели, что скорость существует. Вот. Видите? Вон мой клуб, куда я буду возвращаться. На тот причал. Даже видно, как режет волны. Парусник готов.